И также к университету, и к выпуску университета у них вообще не складывается никакой картины жизни. И вот таким, вот кто, например, не определился к концу, и не так и, собственно, и не финансовой грамотности не знает, вот им, честно, прямая дорога, либо в армию парням, к сожалению, как бы, да, к сожалению, у нас вот парням нету возможности, например, пойти там поработать, да, какой-то год. Ну и то, может, в принципе, это все решаемо. И, соответственно, а девочкам, тем более, вы можете спокойно год поработать, например, может быть, она пойдет, например, маникюр там делать, да,